Доброе утро, друзья! Сегодня печем конвертики с творогом из готового магазинного теста Фила. Выпечка эта простая и очень вкусная. Готовится очень быстро и просто. Для этого нам понадобится одна упаковочка теста. У меня 400 грамм упаковка. 250 грамм творога любой жирности, 1,5-2 столовые ложки сахара, щепотка соли, 1 яйцо и сахарная присыпка, столовая ложка. Для аромата в творожок добавляю 1/3 часть пакетика ванильного сахара. Также добавляю 2 столовые ложки сахара простого, щепотку соли. Соль можно не класть, тесто Фила немножечко присолено. И половину яйца. Яйцо у меня двухжелтковое, я кладу вот половину. Половина идет в творог, а половиной буду смазывать пирожки сверху. И хорошо перемешиваем творог с яйцом и сахаром. Разворачиваем листы теста и их сразу пересчитываем. На столько же частей разделяем творожную начинку. Выкладываем творожную начинку на лист теста и заворачиваем вот так в форме конвертика. На противень выложила пергамент, в который было упаковано тесто, и выкладываю пирожочки. Яйцо перемешать и сверху смазать конвертики. Сверху присыпала сахарной присыпкой. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов до румяного цвета, минут 10-12, в зависимости от духовки. Вот такие румяные ароматные конвертики с творогом получились. Пробуйте, готовьте. Приятного всем аппетита!